Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек, Блэк и Тупмафия. Здрасте. Здрасте. И классный клаксон, или что это? Я... Где, погоди, теперь послушай, Макс. Hello, ты все-таки купил эту самую дорогую. 25 штук убил. Самую дорогую купил. А, дело все в том, что понтовый кейс. Мы решили снова сделать его, только теперь правильно, потому что начитались советов и сами кое-чего придумали. И сейчас мы сделаем это все профессионально и с первого раза. Знаешь что, у меня по-английски пишет задание Steal the briefcase. Не знаю почему. Я вот что думал, это нормально. Скажи мне, Джек... Так, бронь, мужики. А это разве не самое близкое? Ну, не самое высокое здание в округе? Нет. А, нет, рядом. Здание банка. Хорошо. Я сгоняю тогда за... Вертолетом. Вызовите кто-нибудь. Не-не, сейчас надо попробовать его найти на халяву. А, окей, ты не хочешь 1000 платить. 1000? Ну, по-моему, да, ну или 5. 5 вроде. Так, я пока за броней. Так, а я пока потерялся. А, пока нищий, у меня денег нет, поэтому я просто... Хотя я тоже съезжу. А у меня власть в руках. А, ну в принципе на взлетке мы ни разу не находили вертолет, так что хрен с ним. Ну я уже гоню куда надо. А, советовали, кстати, подъезжать помедленнее, чтобы он успел прогрузиться. А, ну ладно, я тогда прогулочный подъеду такой. Вот Артур, когда выезжал с этой дороги сразу направо, заворачивал, то он сразу появлялся вертолет. Я помню, вообще дико и заезжал, он появлялся, прыгал в воду там. Так, пацаны, у вас фонари есть на винтовках, потому что... У меня есть. У меня нет. Я купил парашют. Ой-ой, прости. Какого хрена? Артур, он достал пушку, и я не... Я успел броню купить, конечно. Погнали. У меня дверь открыта в машине, по-моему, это не смотрите. Я приехал, сейчас скажу. Власть. Хватит, Джек. Власть. Че там, Макс? Ситуация неутешительная. Я готов Мариуэзер заказывать. Надо сейчас заказывать. Подожди. А, ну или Макс. Подожди, давай сейчас я сейчас я проеду по тому месту. Я просто не с той стороны подъехал, кажется, да. Артур знает, с какого стороны надо выезжать. Да, сейчас будет. То есть заезжаешь, выезжаешь и направо. Почему аккуратненько так? Не ну, выезжаешь, заезжаешь направо, вот на да, этот вот поворот уходишь, вот аккуратненько тут приезжаешь и... Так, сейчас я жертвоприношение сделаю. А, жертвоприношение, да. Только не свою машину. Не свою машину, да. А почему такой? Я уже как бы это. Артур, заезжай внутрь и выезжай потом направо. Я не оставлю свою машину рядом с этим человеком. Ритуальное погружение в воду. И теперь у нас тут... Вертолет, лучше бы тебе появиться, а то у меня есть власть. Слышь, что-то... Он есть. Вертолет? Где? Тихо. Нет. Даже не слышно. Тихо. У тебя... А я слышу его, но типа... Я его слышал, но не вижу. Так, я звоню в Мэриуэзер. Давай. Ну подходи, а все равно. Я не хочу. Сейчас еще раз попробуй еще раз. Попытка не пытка. Ну нет. Тоска печаль, ладно. Короче говоря, в этот раз мы это задание выполним. О, 1000 стоит. Правильно, 1000. И да, все живу. Будут живы. Наш борт уже в пути, ребят. Мне нужна ваша помощь в пилотировании. Я могу запилотировать его наверх, стоит на крыше. Оставай. Да, я его запилотирую. Вы вертик, да, летит. Что-то я так обрадовался. Ну, Джек, дай я его запилотирую, а ты будешь снайперить, я потом записал. Макса высажу. А я буду творческим вдохновителем, анекдот рассказывать. Я бы глушак еще снял, чтобы урон был больше. Но... Да, он не намного уменьшается, так что можешь не волноваться по этому поводу. То есть, когда он стоит, надо его будет пристрелить, ребят. Но я сложность максимально зачем? Потому что он повезет нас, нам нужно, чтобы выкидывай он... Выкидывай его. Он... Мы нельзя его выкинуть. Его нельзя выкинуть? Да, но его можно пристрелить, я думаю. Ага. Спасибо, Мэриуэзер. Мэриуэзер такой, опять эти парни. Черт. Агент Джонс, прием. Так, все сели, погнали. Да, Маверик. Вон, видишь, там рядом повыше здание. С него, насколько я понимаю, можно нарулить. Вполне себе неплохо. Но я смогу лишь самую верхнюю эту сосны переть. То есть ну, та, а в принципе, там можно будет уже потом десантироваться, и все будет вполне норм. Нас же встречать не будут. Ты что, уже похоже на... это уже похоже на плотное дело. Да, еще нам предлагали сгонять на военную базу, взять истребитель, прилететь всех с ракет. Это, кстати, было бы весело, но истребитель... Да, это, во-первых, долго в данный момент. У нас есть по парашюту, кстати? Парашют у всех есть.
Зачем ты покупал парашюты теперь автоматическое, садишься какую-то краску? Это я понял, но я говорю, я вообще купил. Угу. Я планирую оставить здесь двух снайперов, на самом деле, я тоже пострелял с удовольствием. Почему тогда всем не пострелять, а потом не зайти? Не-не, один зайдет, а другие потом по вертолету попробуют отсюда выйти. Я без брони сейчас не рисковал бы туда идти. Просто большинство из них начинает выбегать под... Не, сейчас мы и не будем. Че, Джек, погнали? На счет. Давай, левый мой, правый твой. Раз, два, три. Парни упали. Встают. Так, еще там... Встают? Подожди. Один встал. Два. Музыка. Они ж смотрят по нам? Они не достанут. Они не попадут. На полу еще один кочевряжется. Да, сейчас. За зеленым контейнером один сидит. Вижу. Да, да, да. Я вижу его. А я вижу его пушку. Ниже артурку взял. Попал? Да, по-моему, нет. Он куда-то... Я не вижу далеко. У меня не улучшенный прицел. Я пытаюсь в пушку попасть, но он даже не высовывается. Кстати, отсюда можно и на парашюте долететь. Нет смысла. Мне кажется, лучше приземлиться на какую-нибудь рядом крышу какую-нибудь. А, нету рядом никакой крыши, да? Вот-вот. Так, ну на самом деле там очень сложно приземлиться будет, если только я зависну и народ десантируется туда вниз. Либо придется в самую гущу пониже. Вон, вижу, справа стоит. Слышь, этот чувак там не живой вообще лежит? Или не живой? Ну один за зеленым контейнером, больше здесь наверху никого нет. Такие три супер. Так, ребят, я бы рекомендовал, кстати, может реально с парашютом отсюда быстро раскрыть и долететь? Как? Я бы на вертолете. Я пока со снайперки покрою. Ты я бы тоже. Подожди, остался. Я кого-то вижу вроде. Тихо. Вон там чувак какой-то весь крутится. На первом этаже, мне непонятно, что это. Проверил. Нет, это... Давайте я полечу на вертолете и высажусь на крышу один. Как вам это? А вы крыть будете? Ну давай, но я бы с тобой вообще полетел. Ну давай, полетели со мной. Угу. Просто у меня нет брони, только, вполне нет, возможно. Нет, не хочу, не хочу. Джек, можешь, пожалуйста, сесть рядом с Артуром, чтобы я сел сбоку, потому что я смогу туда оружием стрелять. Вы меня с собой берете? Нет, просто сядь сейчас рядом с Артуром. Сейчас. Это важно. Потому что тебя туда да, садят. Да, 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 да. Ага, все, спасибо, можешь выходить. Если так, Джек, отойди, чтобы я случайно тебя чем-нибудь... Погнали, Артур. Все, все? Нормалек. Угу. Нормалек. Давайте, пацаны, удачи. Ага, спасибо. Снайпер в руках, я готов. Если шо, правым бортом. Правым? Понял. Да. Что-то я догнался. Вижу. Вон он, вон он. Не могу прикрыть. Улетает, хорошо. Одного мне. Убил? Одного убил. Второй за зеленым. Так, как жестко приземляемся. Хорошо, выходим. Нет, мягко приземлились. Понял, вышли. Второй за зеленым контейнером. Вышел, вышел, вышел он. Есть. Хорош. Кончился. Угу. Джек, все остались привет, только внизу. Тебе нужно будет вертолет убить, кстати. Тот? Да. Окей. Макс, вся жизнь много, у меня половина. Да, поэтому... много, я полный брони, полон жизненных сил. Друг за другом аккуратно. Охерели там. Подожди, 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 аккуратно, тут очень надо. Ты нормально? Нормалек. На самом деле, мне бы поаккуратнее быть сейчас. Давай, давай, давай. Жизнь давай я мало. Пойду. Я понял. Давай, а давай, тут давай. Ты еды-то не купил? Нет. Я же никогда ничем не закупаюсь. Это забыл. Второй этаж чист вроде как. Пошли дальше. На нем никогда ничего не бывает, да. Что-то шмальба какая-то началась. Никого не вижу. Тоже никого нет. Ну и последний первый этаж. Есть. Вижу, там трупы попадали. Молодцы. Там два есть. Так, там еще один шевелится. Очень больно делает мне. Нет, все, нету его. Еще один есть. Тоже нету. Кажется, так, все. Кажется, все, да. Джек, ты готов? Чай, луна. Да. Доставай снайперку, Артур, попробуем вышифтить пацанов на вертолете. Давай. Давайте, чувак, это должно быть круто. Джек, ты бы тоже попробовал. Нет, ну я, естественно, типа только тут... он слишком низко. Я его не вижу, ночь, блин. Я слышу кучу народу под собой. Кто-нибудь увидишь? Царит. Нет, в том-то и дело. А, вижу, а вы, кстати, вижу, да, внизу, снизу, 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 вижу его, вижу его снизу. Все заметил. Не вижу. Ай-яй-яй, ушел, зараза. Очень так неплохо он поднимается, как раз где мы его достать не сможем. Сейчас, аккуратно. Он сейчас как раз вылетит. Все, понял, давай спрячемся. Джек нас прикроет. Все, вижу вертолет.
Сможешь потихонечку? Он с Джек... Он что-то хочет от тебя. Да. По-моему, Джеку полетел, да? Нет, с нами. Что за какой-то пьяный пилот, честно говоря. Сказали, по-моему, что его вообще сбить нельзя. Можно, 100% можно. Это ж не Терминатор. Понимаешь? Ну, я так думаю, да. Жек, ты его видишь? Да, я стреляю по нему. Ну, давай, у тебя много попыток. Получается. Мы пока не спешим никуда. Пьяный какой-то. Если бы его нельзя было сбить, тогда бы и РПГ не было смысла, понимаешь? А так и говорят, с РПГ его сил, лупанешь, он упадет. На этом уровне никто, по-моему, не проходит задание. Вот, попал в пилота, точно. Ну и что, и он летает. Без пилота? Ну, пилот внутри. Второго пилота убил. Ну, то есть, блин, красная точка в бан прилетела, но они живые. Еще давай. Хорошо. Короче, он прямо над нами. Угу. Стрелка второго попал. Молодца. А он, кстати, я слышал, как он вскрикнул. А, у них вертолет дымится. Давай, красава. Но попадание, по-моему, вообще. Вот, убил. Стрелков. Вертолет летает. Одного стрелка убил. Я слышу, как он тухтит. Че, может, вольем в него? По-моему, все-таки с двух выстрелов попадает по вертолету. Ну, то есть по пилоту, чтобы убить. Дави его. Хорошо. Ага, все нормально. Слышь, он, кажется, боится. Ему просто обороняться нечего, стрелков нет. Молодцы, Джеки. По мне что-то влетает. Больно очень. Убил пилота, все. Красава, кажется, пыхтит. Все нормально, он сейчас упадет, так что прячься. Падает. Воу. Прячьтесь, мужики. Не на нас падает. Артур, пошли на вертолет, забираем Джека. А что Джека забирать? Джек может... Не-не-не, мы тебя заберем и улетим на точку. Своих не бросаем, бро. Какой смысл, все, да? Ушел. Чистая работа. Рассвет. Mm-hmm. У меня такие две дырки в спине. Кого-то крылья отрезали. А у меня правая вся сторона правого плеча просто в салат. Так, сейчас я обойду. Что тут делаю? Я боюсь высоты просто, парни. Давай садись. Сейчас сяду, не волнуйся. Не хочу садиться. А, вот все садится. Кошка опять что-то убила, по-моему. Где? Едем. Летите. А что потом стрельнуло? Это не стрельнуло, это я винтами задел эту арматуру. Mm. Так, Джек, ты с крыши лучше уйди, потому что хрен его знает. Воу, это ветер? Что-то меня сдуло просто. Жуки! Как выйти из режима камеры? Направо, по-моему. Стой! Что такое? Я нажал плохую кнопку. Тихо, отойди, я тебя сейчас. Давай, садись. Четко. Все, погнали, доставляем этот сраный кейс. Нормально? Полетели. Вертолет второго, надеюсь, не будет? Не должно не, быть? Не должно. Машины. Ну, вертолеты нужно. Жирные, на самом деле, эти вот. Да вообще пипец какой-то, танк просто летающий. Угу. По два выстрела надо в каждого. Просто очень сложно сделать два попадания сразу. Угу. Так, хорошо, вон оно, я уже его вижу. Я попсикировал, если честно. Да, я на самом деле кто-нибудь. Давайте, может, я поднимусь повыше, чтобы. Я потом. Ты, по-моему, не знаю, посмотри. Нормально. Окей. Парни просто опасны. Спицназ! Я на точке. Но у кого-то из вас другого кейс. Меня так ты кейс. Же говорил, что... И, Джек, я сделал твой трюк. Помнишь, когда ты врезал да. в карниз? Да. Забери кейс. Где кейс? А кейс у Артура. Да? Как да. он? Так, Джек, отойди тогда. Я сейчас винтами просто порубаю все. Хорошо, давай. От меня тогда вообще, получается, ничего не зависит. Че горит? Джек бензин поджег. Зачем ты здесь? Джек. Огненный круг победы! Это даже не круг, Джек. А, вы потом увидите в моей серии, что я на вышке нарисовал. Поджог. О, 7 косых, нормально. 3500. Ну вот раз почище, да? Потом после этой нашей своей миссии сделаю с каким-то чуваком за 8 минут. И нервов моих
Да, что там как-то убить, вот так вот раз и все. Да. И не стрелить, и ничего не понадобилось. Но вот идея со снайпером на крыше, это хорошо было. Да, я вложил всего лишь 1000 в это, ну то есть Мэри Уэзер. Окей. Отбил 6. А в чем вообще смысл, интересно, отправляться с ним на точку, если его можно убить и самому долететь туда, куда надо? Странно это. Ну, типа, вдруг ты ленивый не хочешь. Ну, или там пошел, например, пирожки поесть, и он тебя пока там с одной стороны острова на другую. Джек, определенно причина в этом. В пирожках. Да, в пирожках. Так, еще какая-нибудь работа у кого-нибудь есть интересная? Сейчас позырим. Посмотрим. Прошу урона. Вот урона, вот такие высокоуровневые задания. Это хорошо. Ну, это дает Лестер, насколько я помню. Позвони, ну, только вези меня до тачки. Да, далековато. Совсем близко, вот. Я не вижу. А, ну я же на работе с тем делом, ты знаешь, чем я. Налево. И потом направо. Ага, понял. А налет на базу, опять же, задание. Который раз. Макс. Может, у тебя что-нибудь? Я Лестеру звоню. Сейчас даст. Сразу же, причем запрашивать нельзя. Так, Лестер говорит, что-нибудь даст. Брюлики на ветер. Два. Ну, кстати говоря, что-то незнакомое. Это на двоих. А, на двоих? Да-да-да. Пускай печаль. Тоже так, хорошо, я пока пополнением счета занимаюсь. А то у меня совсем там копейки были. 55 баксов. Может, Джеральд что расскажет? Так, хватай за и беги. Задание у Мартина есть на четверых. Что-то знакомо, кстати. Мне кажется, не делали. Ну, это ж не теленье. Помню. Сейчас скажу, прочитаю. Ну-ка. Да. Заправленный. Я знаю, что ты скажешь, мол, с чего это вдруг Мартин Мадрас волнует какие-то телевизоры. Да. Мне дал Джеральд задание, называется «Заправленный». Мы его вроде не делали. «Заправленный» — это, по-моему, да. Где говорят, нужно... что в Агас нашли новых скупщиков Фокса, поэтому это по дефолту не тот танкер, который мы везли. Но мы два разных танкера возили. Нет, это не то. Давайте. Ну, давайте. Окей. Интересно. Сейчас. Джек, хорошо прокачал тачку? Да, у нее ускорение бешеное теперь, максимально просто. Давай, интригу. Ускоряется и топит. Да, топи. Брюлики на ветер не дестро. Смотри, просто... уходит. Нет, не уходит. Мне кажется, мы это делали, потому что там передача кокса делается на газовой станции. Угу. Я помню, было дело там. Давно еще. Давай, Джек, рви! Давай! Мы все равно смотрим. С твоей скоростной я не думаю, что это я уж прям так потягаюсь. Ну, вообще неплохо она себя показывается. Да, вообще круто. Она четырехместная. Что там, Макс, как приглашение-то? Да-да-да, сейчас загрузочка идет. Угу. Тут полицейский участок. Заливаю раньше. У вас приглашение, господа. Окей. Хорошо. Сейчас мы будем влить приглашение. Воу! Чувак вот в меня влетел, но не попал. И я так понимаю, на тебя выскочил, да, на белой машине? Просто тупо на таран. Ну ладно, важно. Псих. Псих. Все, Макс. Псих. Да-да, всех кругом. Пригласил. Все психи. Так, теперь я смогу купить себе броню. Мы грузимся. Угу. Почитай пока нам, в чем... Говорят, что в Агас нашли новых скупщиков кокса, которые не возят через границу. Нам непременно нужно вмешаться. Передача первой партии создания газовой компании Лос-Сантоса в Снайпер... в Сайперс Фэлдс. Сайперс Фэлдс. Замочи там всех, а товар принеси мне. Ну, Джеральд... А у меня на английском все написано. Угу. Да, то же самое было. Кто не успел купить броню, извините. Я успел. Я успел. Джек, нам нужен новый герб. Окей, я как-нибудь этим займусь. Чем тебя этот не устраивает? На я вот делал за 2 минуты на коленке. Есть предлагаю машины? Всем на одной точили. А есть? Да, ну, у Джека наш прокачанный. Супер прокачанный автомобиль. Одну секундочку. Ну и что? Ну что? Что, сынок? Он черный, вали его. Слышь, он поцарапал мою машину. Подожди, стой, тормози. Пацан думает, что сможет уйти. Вот так. Что это было? От нас не выходит. Нет, от нас такого. Просто так еще. Никто не уходил. Причем здесь написано Steel the Coke, то есть не бьет никак. Артур, метка. Власть, это клево. А у нас тоже, у меня тоже украдите бокс. Метка, да. Простите. По-русски написано тоже украдите бокс. Просто там лед пишут, по-моему. Ну иногда лед, иногда кокс. Ой, да. Там было Steel Meth. Steal the coke. Кокаинум. 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 Какие ваши доказательства? Много такой. Кокаинум. Давай.
Ну, 800 метров всего. Там что-то какие-то мутные места, были, да? Да, да, поэтому да. Может сейчас, быть сейчас можно будет с моста, на мостике как-нибудь, да, остановимся. Там, кстати говоря, балкончики очень-очень нам помогут в этом, вот этот балкончик. Спускайся дальше, Джек, нормально, я скажу путь. Спускайся, да, спускайся. Вот можно. Здесь есть шоссушечка, это вообще одно из самых первых заданий. Угу. Тормози, еще власть кинем. Вот тут. Так. Че, давайте скинемся. О, я тоже. Так, сейчас, подожди. Я уже заснуть успел. Я кидаю, ребят. Давай. Ой-ой-ой. Почему? Что? Не понял. А, кокаин там взорвали. А че его нельзя взрывать? А почему не было там? Не взрывайте. Не взрывайте кокаин. На Лос-Сантос выпали осадки. Все такие... Кто на корень? Я на корень. О, Макс, почему продолжить? Перезапуск. Сейчас он зайдет. Нажал перезапуск? Да. А, то мы перезапуск, потому что Макс нажал продолжить. Не, просто бывает, что игрока, который продолжит, нажал, выкидывает просто. Нет. Нет. Я был готов. Я держу тебя за руку, Макс. Не, нормально, я чувствую нормально. Только что был звук, как будто он сказал мне, что все нормально. Такой тут. Таблетки, Макс, не забывай. Реактор Куэйт, да? Так, у меня приближение. О, есть, я вас вижу. Есть тачка? О, она у меня внизу. Артур, давай. Ладно. Да поехали. В принципе, а что ехать-то? Мы же тут. Мы тут. Пешком пойти можно. Точно, мы тут просто оббегать надо и вниз. Ой, господи. Кстати, есть классная идея. Может, реально этот, скажите мне. У нас же власть есть, давайте закинем власть. Кому? А, мы же это делали уже, да, точно. Прикинь, кокаин забрали у нас. Джек, не надо мить мою машину. Мы, короче, опять упоролись уже. Короче, Макс сверху, мы вниз врываем. Хорошо. Я не хочу вниз, я жить хочу. Да нормально. Твоя машина, мои. Залетайте, я начинаю заварушку. Давай, начинай все. Здравствуйте, парни. Привет. Все? Что, все? Сейчас наверняка приедет еще. Конечно, к Максу. Так, что, все спокойно? Я беру тогда кейс. Кокс. Кейс. Так, Макс, ты должен чуть пониже. Что-то у меня подлагивает? Да, я сяду. Ты потому что с машины лучше садишь, чем я. Видишь, тебя подлагивает. Окей. Да, что-то у меня и голоса ваши подлагивают. Да, было дело, но сейчас вроде нам. Будем надеяться, больше такого короче, не будет. Короче, тут сейчас они будут, сейчас подъедут. Угу. Я беру бронебойный пистолет, ну... потому что нафигительный. Я думаю, Макс их просто встретит и порвет в клочья. А я он их не встретит, потому что они ниже его появятся. А, да? Да. А, да, вот я этого не знал. Здрасте. Здравствуйте. Давай, руби его, руби. Да, блин, постоянно прицел скакивает, одного убил там внутри. Короче, давай порешаем их, Джек. Ходи. А все, я убил. Нет, сзади еще есть. Да сзади Макс. Сзади там. Я убил. Нормально. Да расслабьтесь, они там мертвые лежат. Артур, садись, уезжаем. Давай. Там какой-то псих стреляет. Макс, ты за нами? Да, нормально. Хорошо. Моя ласточка. Нормально. Дарбали. Это был Дарбали. Вот так вот. Я был бы так счастлив. Когда ему $100 бабушка подарила. А если бы мне учительница так сказала, я был бы так счастлив. Вау, Джек, это было просто. Зачем ты ударил меня дверью по челюсти? Я вообще ничего не делал. Кокс у меня. О, вы довезли? У меня тачка так резко встала. И этот чувак, кстати, он реально то снимет шляпу, то оденет. Я вот заметил Сейчас поспорим. Спорим, в шляпе выйдет? Я почти... Шляпе а. Уже. А у нас в шляпе. А у меня не выходили. Ты этого не видишь, потому что нет, ты далеко не приехал. Эти пакеты там скоро... Сейчас, наверное, бешеные бабки. Просто. У меня уровень... 2000. Ну, это, по крайней мере, не... Не тырить телевизоры, да? Ну, за телевизоры больше дают. Ну, может, на телевизоре. На великах больше дают. Небольшая проблема.
Это как где-то на Яндекс.Маркете, по-моему, ребят, телевизор продается за 2 лимона, короче. Полагаю. Ну, мне кажется, гонки? Ну, велосипедная гонка, смотри. О, велосипедная? Гонка. А, во, вот это да, это круто. Дело в том, что сейчас нормальных миссий, нам кажется, уже не дают, надо прокачаться. Ну, возможно. Короче, телек стоит 2 миллиона баксов, ой, баксов, говорю, рублей, и у него диагональ что-то там в районе 3,5 метров. Там стена, такие комментарии такие. Продал, типа, почки, купил, хорошо греет, типа, пришлось сломать стену, чтобы поставить его у себя в комнате, но теперь я смотрю все так, что у меня шары в кучу. Теперь он и есть стена. Там, короче, по цене просто воешь, и очень много веселого можно почитать. Какой велик посоветуете, кстати? Мы еще же не начали даже. Там, по-моему, горный байк какой-то есть. Там горный, да, какой-то байк есть, он супер читерский. Но это будет сейчас весело, все попадают. Не, я буду настоящим мастером этого дела. Хотя, помнится последний раз у меня плохо все было. Я не выполнял еще ни разу ее. BMX, Cruiser. Скорчер, по-моему. По-моему, Випер. Или Выпит. Выпит это... Как его, блин? С красной байки. А, у него торможение похуже. Так. Я байки для этих всяких. Черно. Выпит что? Забей. Скорчер, короче, самый для гор. Горный велик, короче. Погнали, парни. Я погнали. В одиночной компании была гоночка так отсюда. Я не врезался ни во что. Тут настолько легко соскочить. Но теперь выносливость зато у всех одинаковая. Ну да, вообще не кончается. Уже пацаны рано все начали. Все уже долго. Давай, давай. Вот. Вот, да вот так вот, вот. О, что вот. Ты делаешь? Вот. Воу, воу. А Джек еще здесь? Почему он еще здесь? Да, воу, 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 меня за что? Парни, не спешите, я вас... Это безумие. Притормози. This is madness. Джек, Джек. До свидания. Джек, лыжню, лыжню, Джек. Это жесть какая. Че в костюме? Я могу, мне жарко. Нужно разворачивать Артур. Ай, какая. Как ты смог, и ты читер. Я ничего не смог, я позади тебя еду. Какая жесткая гонка. Ах ты вообще готов в акулу. Я вообще не... Я нечаянно, Джек. Я, конечно, нечаянно. Ребята, на что ручной тормоз? Я не знаю, кстати. То есть никто не тормозит. По-моему, два. А, кажется, да. Я иногда пробовал. Да, два, действительно. Артур просто меня столкнул с горы. Вот. Супер. Ну да, нормально, че. Подожди, вот. Чтоб ты разбился вообще-то на камнях. Почему я тебя еще не догнал, если он сбил тебя с горы? Ага. Ну потому что я быстрый рестарт нажал. Ага. А я не читерил. Еду. Ох, это жесть какая-то. То есть ты так в гору и топился? Еду. Скатился. Кореша. Так, сейчас будет бэкфлип. А, это нет. Это такая жесть. Блин, давай. Давайте, парни. Зачем я ускоряюсь тут, а? На самом деле, это вообще логике не поддается, что мы тут спорим на полной скорости. Лучше бы сюда еще вертолет у нас влетал какой-нибудь, и там обстрел был. Да-да-да. Ракеты там стреляли. А то экстрима не хватает. Да, слишком мало. Гонка супер вообще. Да, офигенно. Артур, остановись. No. Это слишком много раз прокатывало. Едет там как победитель такой уже. Задница почесывает. Ветер победы. Ветер победы. Давай. Жаль, вам этого никогда не почувствовать. Сова нагадила. Там уже в лесу? А, так все, гонка сейчас кончится. Да, уже и спуск, там уже финишная прямая. Но, по-моему, мы должны до пирса доехать. Помните, куда мы квадрики доставляли? А, да, помню. Только это был не пирс, а там вниз был такой спуск, типа. Да. О, вот этот завод. Ага, Артур, дерево. Высотулка. Нет, нет. Дерево, Артур. Давай, давай. Воссоединись с природой. Самая жесткая гонка из всех. Вот с самого начала было бешеное. Они преследуют меня! Нет, самое бешеное было, это когда ты улетел. Это был очень красивый кадр. Я вижу финиш! Давай! Давай! Давай, давай! Честно. Я хочу знать, чтобы сейчас выехал какой-нибудь грузовик и просто сбил Артур. А трафик, я кстати, могу включить трафик, и будет еще забавно дорогу пересекать. Да, это клево. Нет, ну просто мы на дорогу практически не уезжаем.
Мне очень нравится скорость этого сорчера, но он очень медленный. Ну, год. О, 46 уровень. Пацаны, 4 уровня еще. 46 лет, ты уже совсем старый. Уже совсем старый. Слышь, 50, какое ограбление? Ты что, уже посыпешься? Я опытный грабитель. Оп, знаешь, сколько жвачек у детей я отобрал? Да, и леденцов. Исключительно заново. Исключительно, ну ладно. За ногу. Нажмите, у меня не прогрузилось. У меня тоже. А вот. Готово. Рыбалку там. Так, я сейчас возьму какой-нибудь такой, знаешь, кроссовый, на нем еще веселее. А давайте скоростные возьмем. Да вы просто, ну, когда приземляться будете, вы будете падать с велосипедов. Серьезно? Это я падал. Правда, у меня тогда не было выносливости на полную прокачку. Ну, мало ли. Не, ну попробуйте, я все равно на скорчере поеду, мне он нравится. Ну да. Толкать-то других на нем. Прикольно, а? Я тебя вообще не толкал, ты посмотришь потом. Это не Радраш, Артур. Ну подумаешь, цепью заехал, что такое. Может, это не он. Давай. Дорожное движение включить, уровни розыска включить. Полицейские такие. Эй, вы там на велосипедах уборолись, что ли? Так. Игра. Запустил. Хорошо. На BMX это вообще пипец, наверное. На нем я и поеду, кстати. Сегодня день забавных экспериментов. Ready, парни. Так, я ready, ту. Артур, ты в узких джинсах? Готов. Да. Заметил. Вот именно, Макс не нажал, не готов. Так же, Шепард, о, тоже дождь. Что-то другое взял. Супер. О, дождь. Я еще в очках там пошли. Это ты больше эпичности. А вы что, опять на сорчере? Да. Ну я на сорчере, мне очень понравилось. Я не знаю, я вроде тоже на нем. Давай, 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 погнали. Ты прям грязь месишь, что ты лицо. Так, парень, прекрати. Тебе этого не нужно. Такой забей вообще. Главное, не видеть. Пацаны, вы вот это тут... Что такое? Вы забей. Что такое? Джек! Джек! Ты что со столкнул? Джек! Наверх! Наверх, жопа! Нет, я укатился вниз. Теперь дуэль только у меня в глане. Я на BMX. Этого не догнать. И назад откинулись, супер. Ау, я убился. Давай, Макс, давай вперед. Я жму как могу. Сейчас победит еще. На BMX. Это первый горный спуск на BMX. Нет, это первый фейл на BMX. Я ушел. Тоже что ли, Артур? Я не могу тебе... хорошо. Здесь треугольник работает. Нет, зачем они нужны? Мимо них. Хорошо. Как скажете. О, по стеночке. Бэтмен! Слушай, ручник же как раз на кнопку газа, я вот что заметил. Да? Ну, кажется так. Сейчас все таки тормознули. Ой, а что ты я второй? Чувак, такой улетает с горы. На BMX'е. Как так вообще? Это такая-то гонка, это просто жесть. Джек? Ау. Остановись. Этот BMX настолько херово управляется, это бредка. Не останавливался ты, не остановлюсь я. Я один раз остановился, ты ни разу не остановился. Было давно. Я вообще сразу упал, парни. И я все еще почему-то вижу Блэк. Я тоже падал. Нет, аккуратно. Вот это я должен вытащить. Такая грязь. Да, Макс. Я не мог остановить, я тормозал. Прям за шкаф. Трейнс. Макс, что происходит? Вот, направо, Макс. Тихо, что ты здесь нечисто. Ты прошел его? Да. А я нет. Два психа там. Выруливают. Ну это нам весело. Давай. Да, как-то на великах вообще классно. На самом деле, да, я не ожидал вообще, что будет настолько круто. Низкие эти спуски. Даже почувствовать можно. Греешь? Ау. Ты меня уважаешь.
Тогда остановись. Ты участвуешь в моей гонке. Скажи, уважаю, но пить не буду. Останавливаешься. А грязюка, так кстати, реально жидкая стала. Да, я говорю, вообще там жесть. Так, все, я выезжаю напрямую финишную. Ага, и там как раз трафик, и сейчас он под машину, под фуру. А там же финиш как раз на дороге, я думал. Ну, там, в принципе, 15 метров ехать. Победите. Молодец. А кто второй? Не вижу. По-моему, Артур. Да. BMX тянем это. BMX тянем. Исправился. Поставленной задачей. 8,350. Вот это 4 ограбления, там 4 привоза кокаина. 8 раз кокс, да. Вообще. Рисковать же. Видели, как шустро? Красиво, красиво, да? Шикарно финишировал. Я бы еще поспорил. Зато я на фотографии, видишь ли. Вы смотрите, мы с интервалом 10 секунд В общем, на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю серию и завтра пойти на какую-нибудь работу, если нам ее дадут, а если не дадут, то, возможно, мы что-нибудь придумаем. Что вы поняли? В общем, спасибо, что смотрели. С вами были невероятный Джек Шепард, прикольный такой шустрый, и я. До свидания. Всем пока.